Итак, всем привет! Сегодня 4 января 2018 года. Вот я поехал первый раз на велосипеде. Велосезон 2018 открыт. Это я, но тут подо мной МКАД, это улица Свободы. В принципе, движение есть. Так, смотрит много машин, но пробок нет. Химки вон, МКАД. В общем, все, машин-то много. Там тоже ленинградского шоссе. Я сейчас поеду слушаю, посмотрю, как там дела. Но здесь, конечно, движения много.